уникальное предложение сегодняшнего дня, и я приветствую всех, кто сейчас у экранов своих телевизоров. Это абсолютный бестселлер. За одну презентацию более 700 выбирают таких комплексов наши покупатели. А все почему? Я считаю, что дальневосточная кедровая шишка Биокедр – это настоящий эликсир молодости. Не смогут ученые никогда создать такой продукт, только природе по силам предложить нам 134 питательных компонента. Все, кто выбирает... Ну, когда, знаете, Анатолий Арнольдович Ленин появляется на экране, тут уже я должна замолчать, потому что все внимание приковано к нему. Мы только сегодня в гримерке решали, вспоминали, сколько же лет Анатолию Арнольдовичу, и думали, что 60. Анатолий Арнольдович, здравствуйте. Я вас поздравляю с прошедшим днем рождения. Так сколько же вам исполнилось? Здравствуйте. Ну, меня молодили на 10 с лишним лет. Мне 78 с половиной лет. 1 января 78 и 6 месяцев. Я, во-первых, прежде чем представляться, хочу всех поздравить с наступившим Новым годом, пожелать всем здоровья крепкого, счастья, а здоровье будет у вас еще крепче, если вы будете принимать наш продукт Биокедр. Всего вам всем и с Рождеством, естественно, поэтому всего вам всем самого-самого хорошего. Ну, кто меня не знает, а меня уже многие знают, я 2 года выступаю, вот нахожусь здесь вот с вами. Меня зовут Анатолий Арнольдович Шишлин, я директор-основатель компании Биокедр. Компания была образована еще 2005 года, мы работаем по человеческому направлению с 2011 года. И основа нашего продукта – это вот эта вот кедровая, дальневосточная кедровая шишка, которая растет, она на Дальнем Востоке вот в таком виде. Но мы собираем наш продукт только в Приморском крае. В Приморском крае на Дальнем Востоке. И только в одном единственном месте мы нашли вот эту шишечку, в которой 134 компонента. Можете себе представить, это порядка 55-60 микро-макроэлементов, 20 витамин, 20 аминокислот, ну и там плюс-минус, ну больше к плюсу. Дубильные, жирные, нежирные кислоты, и все, вот все, что я вам сейчас перечислил, мощнейшим образом влияет на укрепление нашего организма. Вот правильно сейчас Анжелочка сказала, что это на самом деле эликсир молодости. Не буду там за себя говорить, там за прочее. Но у нас уже огромное количество народу пьет, и никто не заболел коронавирусом. Класс. Я вот хотел, но не успел, сейчас, говорят, попал Михалков Никита Сергеевич в больницу с осложнением, с тяжелейшим. Думаю, надо было бы ему хоть подать. Кстати, один из любимых моих актеров, режиссеров, и вообще человек порядочный. Осложнение... А у него ковидная ситуация, скорее всего, он сейчас в реанимации, если верить на средствам массовой информации. Господи Боже. Да. Поэтому то, что мы вот сегодня вам предлагаем, у нас уже очень... У нас 93% повторов с вами, где мы работаем. 93% людей, которые пьют у нас уже, пользуются нашим продуктом и год, и два, и три, и так далее. Мощнее, чем корень женьшеня? Да корень женьшеня, я потом расскажу, отдыхает. Чуть попозже. Отдыхает, рядом не стоит. Потому что корень погружения корня женьшень, мы исследовали корень женьшень, как он работает, что он дает и так далее. И я вам хочу сказать, что корень женьшеня погружается в почву на 15-20, край 30 сантиметров и берет с верхнего слоя. А мы же, наш кедр вот этот, погружает корневая у него на 6, на 5, на 6, на 7, на 8 метров. И он как укроп так веерично располагается, у меня с огромной площадью берет. Почему Приморский край, чтобы всем было понятно? Приморский край никогда не был покрыт льдами. А история, ученые, насколько доказывают, было несколько мощнейших ледовых покрытий Земли. Ледовый период, все знают, что такое. Лед покрывал и вымораживал Землю очень глубоко и убивал все плодоносный слой, вымораживал насмерть его. А в Приморском крае вот это никогда не было. И Земля, за миллиарды лет накопив всего огромное количество, то, о чем я сейчас перечислил, отдала сегодня вот сюда. И даже в том же Приморском крае, мы когда собирали, мы там провели 19 месторождений, проверили на наличие, понимаете, да? И только в одном месте Приморского края мы нашли вот эту вот шишечку. В одном месте. 600 лет живет, да, дальневосточный кедр. Смотрите, что вы сейчас заказываете. Вы заказываете 2 упаковки, вообще это на 8 месяцев курс. Третью вы получаете в подарок, и разогревающий крем также вы получаете в подарок. Великолепная первая покупка. Звоните нам по бесплатному номеру. Посмотрите, 1 упаковка 2999, но только сегодня первое появление. Биокедр, 2 упаковки, третья в подарок за 4999 рублей. Ну и, конечно, отзывы. Звоните
приходите нам в прямой эфир, делитесь своими впечатлениями, расскажите, как вы обрели необыкновенное крепкое здоровье. Ну и давайте познакомимся с отзывом, который оставила ВКонтакте Зинаида Петровна, ей 65 лет, из Мценска. «Пью препарат уже полгода, очень нравится, придает сил, быстрее выздоравливаю, всем рекомендую». Коротко и ясно. Анатолий Арнольдович, что можно к этому добавить? А ничего к этому не добавишь. Вот человек, я вот все время говорю здесь, у нас нет подставных людей, которые мы просим, позвоните нам, там, дайте нам выразить свою благодарность. У нас огромное количество людей нам пишут, вам на студию постоянно звонят. Понимаете как? И все люди вот говорят о том, что они испытали после приема нашего продукта. Мы обычно за определенный промежуток времени поднакапливаем болезни, да, ну, так устроена жизнь. Годы берутся, или там кольнуло, там шельнуло, там что-то, и начинается проблема накапливаться. Если мы с вами вот не применим, ну что-то, я не буду, ладно, говорить, ну хотя я сегодня обязан, но буду говорить, вот так, с Новым годом. С Новым годом, с Рождеством. Обязан, но буду говорить о биокедре. Я вам хочу сказать, что лучшего сегодня природа ничего не придумала. Потому что чего помогает наш вот этот настой? Он помогает сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, костно-мышечных, желудочно-кишечных, гинекологических, щитовидных болезней связанных. Сегодня просто трудно просто сегодня не выйдет. Сахарный диабет, в первую очередь, мы обратили внимание, что чем он помогает, чем 10 лет назад. Люди, когда с сахарным диабетом стали применять второго типа, особенно уровень сахара стабилизировался, понимаете как? А это очень важно. У нас пьют его все, начинается... грудных детей, даже еще до этого. У нас очень много женщин в период беременности принимали наш настой, отходили от токсикоз, ну, сопутствующего в этих ситуациях. Не мне об этом говорить. И они пили, уходили от таблеток, про токсикоз забывали, рожали здоровых, крепких детей, потом с молоком их напитали, а потом детишки, мы вам покажем потом, как дети пьют настой наш. Понимаете? И поэтому здесь, ну, пейте все на здоровье. Здоровье, принимайте. Энергия, сила природы. Цена только сегодня 4999 рублей. Ваше здоровье.